От клуба имени Буденного до Дворца культуры «Исток» в августе в старейшем учреждении культуры округа началась реконструкция. Капитальный ремонт проводится по президентской программе. Что уже сделано за 3 месяца, расскажем в нашем следующем сюжете. Вот таким после ремонта будет Дворец культуры. Будут полностью обновлены все инженерные системы, потолки и стены. Старые деревянные полы заменят на современные материалы. Цвет фасада тоже обновится. Работы ведутся специальной строительной компании, которая больше 60 лет на рынке. Она тоже основана очень давно, еще в советское время. Это питерская компания, мне очень нравится ее подход. На данный момент по срокам очень быстро идут. Уже разобрана частично крыша, они разбирают часть крыши, сразу меняют, сразу усиливают, сразу смотрят, что надо убрать, что надо восстановить. При демонтаже вскрываются исторические элементы царского и советского времени. Закладные дверные и оконные проемы, вентиляционные ходы и многое другое. По каждому принимаются архитектурные решения. На данный момент открываются подвалы, вскрываются полы подвальные. Да, скрываются вот эти вентиляционные ходы, печные ходы, чтобы опять же посмотреть, как это все функционировало и что из этого сохранить, что ликвидировать. И полы будут утепленные в подвале. По законодательству положено, если это цокольное или подвальное помещение, утеплять. Полная замена требуется инженерным коммуникациям крыши. Планируется и укрепление фундамента, обновится и зрительный зал с новыми креслами, оборудованием. Однако историческая составляющая сохранится. Старые окна, заложенные кирпичом, будут открыты. По завершению реконструкции в конце 2025 года старейший в округе очаг культуры будет отвечать всем современным требованиям.